Здравствуйте, меня зовут Евгений, и сегодня я хочу вам продемонстрировать нашу новинку – котел версии Black со встроенным Wi-Fi модулем. И давайте я вам продемонстрирую наши изменения. Прежде всего, хотелось бы отметить, что помимо шильдика с технической информацией на боковой правой панели у нас появилась наклейка с информацией касательно Wi-Fi модуля. Wi-Fi модуль идет сразу полностью подключенный к плате управления. Подключен он по цифровой шине связи OpenTerm. Датчик температуры помещения идет в комплекте. Модуль управления располагается в боксе основной платы на задней стенке. Хотелось бы отметить все подключения. Основное питание 220 вольт. Клемма подключения цифровой шины OpenTerm. Клемма датчика температуры помещения. Также присутствует кнопка сброса до заводских настроек. Хотелось бы дополнительно рассказать о правилах установки датчика температуры для корректной его работы. Датчик температуры необходимо располагать вдалеке от отопительных приборов и мест проветривания. Также я бы не рекомендовал располагать датчик температуры на кухне. На этом у меня все. Надеюсь, данное видео было вам полезным. До скорых встреч!